Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semua tepuk tangan di atas kepala kita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semua melompat bagi Tuhan. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Siap-siap semua. Sebab Tuhan maha besar. Tepuk tangan di atas kepala. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Angkat kedua tangan kita semua. Kuasanya dahsyat. Menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Kami percaya Tuhan. Tiada seperti malam ini Engkau yang besar dan ajaib. Perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu yang ajaib akan dinyatakan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kami nyatakan dari hati kami. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti
Mari sambil buka kedua tanganmu sembah Tuhan Yesus bersama-sama katakan haleluya. Oh kami sembah Engkau Yesus. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Malam ini berkatnya dicurahkan. Malam ini langit terbuka atas kesayangan. Langit terbuka atas Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Возлюбленные, давайте подготавливать наше сердце и разум к слышанию Слова Божьего, которым с нами поделится пастор Ника Ньюхарахардио. Kemuliaan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Мы благодарим Тебя за этот день, Господь, потому что Ты снова собрал всех нас здесь. Бог, Ты так благ. Мы чувствуем, что Ты рядом с нами. Ты прикасаешься к Своим детям. Отец, говори к нам через уста Твоего служителя. Провозглашай. Помажь Твоего служителя, Отче, помажь всех нас. Мы занимаем свои места в ряду, в ожидании Слова. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Воздай хорошие аплодисменты Господу. Покричи для Него. Аплодируй Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные. Шалом, возлюбленные во Христе. Господь ведет меня в книгу псалмов. Книга псалмов — уникальная книга. Почему? Во-первых, в этой книге находится самая длинная глава. 118-й псалом. Он начинается со слов «блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем», то есть те, кто живет по Слову Божьему, благословенны. Второе, почему эта книга уникальна? Потому что в ней находится самая короткая глава в Библии. Это 116-й псалом. Он начинается такими словами. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. Благословен, кто живет по Слову Божьему. Хвалите Его все, прославьте Бога, и вы прославляете». И третье, почему эта книга уникальна, потому что она содержит центральный стих Библии, это 117-й псалом, 8 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». А что это означает? Мы должны надеяться, уповать и зависеть только от Бога. Не на человека, не на собственные силы. Возлюбленные, Бог желает, чтобы мы прислушались к этим трем посланиям. В 19-м году обрати свое внимание на эти три вещи. Первое — жить по Слову Божьему. Второе — проводить больше времени в молитве и поклонении Господу. Днем и ночью. В этом заключается настоящая близость с Богом. Это означает находиться в тесном контакте с Богом. Бытие 5 глава, 24 стих. Возлюбленные, давайте посмотрим, кто был очень близок с Богом и о ком написано. В этом месте Писания, Бытие 5 глава, 24 стих. Прочитаем вместе, раз, два, три. «И ходил Енок перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Иисус скоро снова придет. Во-первых, Он будет вознесен на небо. И Его церковь, ты и я, будет вознесена с Ним». Кто будет вознесен? Кто будет вознесен? Те, кто ходят непорочными перед Богом, в близком контакте с Ним, только те, кто имеет близкую связь с Богом, будут вознесены с Ним.
И все, кто имеет близкую связь с Богом, скажите на это «Аминь». Скажите «Аминь». Потрясающе! Воздайте аплодисменты Господу! Возлюбленные, что говорит Слово? Уповайте только на Бога. Не на человека, не на самого себя, но только на Бога. Возлюбленные, если мы будем уповать на Бога, будет происходить то, что написано в книге Исаии 40 главе, 30 стихе. Мы будем обновляться в силе. В 19 году мы получим новую силу. Мы побежим и не устанем, пойдем и не утомимся. И Божья сила в нас больше силы нашей юности, больше силы нашей юности. Ну надо же! Сила от Бога сильнее молодости, поэтому вы должны надеяться только на Господа и черпать свою силу в Нем. Воздайте Богу аплодисменты. Возлюбленные, те, кто надеются на Господа, те, кто нашел милость в очах Его, и те, кто обрел благодать Божию, могут упасть. Идя по этой жизни, могут споткнуться о различного рода проблемы. Но Бог обещал, что нашедший милость в Его глазах, если упадет, не будет изгнан прочь, но Господь поднимет его своей рукою. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Amin. Apabila dia jatuh, setelah Tuhan menetapkan tangannya. Amin. Tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, haleluya. Bila ia jatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan kanan saudara. Tanganku, oh tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Воздай Богу аплодисменты. Возлюбленные, тот, кто живет по Слову Божьему, благословен по-настоящему. Многие хотят быть благословенными и ходить в мире Божьем. А кто из вас хочет быть благословенным и ходить в мире Божьем в этом году? Воздай Богу аплодисменты. Исаия 48:18. Давайте прочитаем. Раз, два, три. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящие из чресел твоих, как песчинки. Воздайте Господу большую славу». Внимай Его заповедям.
Тогда мир Твой будет как река, и правда Твоя как волны морские. Это потрясающе! Ну надо же! Давайте снова воздадим нашему Богу громкие аплодисменты. Кто хочет быть благословленным? Прочитаем первый псалом, первый стих и до третьего стиха. Вместе читаем. Раз, два, три. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это обетование для нас, возлюбленные, воздайте ему огромную славу. Подними руки, скажи вместе со мной: «Во всем, что не делаю, буду успешным». Воздай Богу аплодисменты. Вставайте со своих мест. Saja yang diperbuat pasti berhasil. Lagu ini musiknya luar biasa juga. Teng deng 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 deng. Berbahagialah orang yang suka Allah. Ialah firman Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Возлюбленные, вы хотите послужить друг другу? Скажите: «Во всем, что не делаешь, успеешь». Скажи соседу справа: «Во всем, что не делаешь, успеешь». А теперь тому, кто слева от тебя: «Во всем, что не делаешь, ты успеешь». И я успею. Спасибо за то, что посещаешь нас, Господь. Спасибо за Твое помазание. Спасибо за Твои благословения, исцеление, освобождение, за отвеченные молитвы, за новую силу, за новую надежду. Дети Твои пойдут домой в радости. Ты обильно благословляешь нас. Покрой нас своей пречистой кровью. Защити от напасти врага. Господь, благослови своих детей.
Мы молимся на пороге этого года, доверь нам больше, используй детей своих еще больше. 19-й год будет лучше, чем 18-й, потому что ты ведешь своих детей. Возьмите с собой домой Божие благословения. Пусть преизобилующая благодать Отца и Сына Его Иисуса Христа и общение Святого Духа будет с вами с сегодняшнего дня до пришествия Иисуса Христа и до скончания века. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan, Dia Allah yang sudah memulihkan, Dia Allah El Shaddai. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Mari saudara yang percaya angkat kedua tangan saudara bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia. Nyanyikan saudara, El Shaddai, El Shaddai. Возлюбленные, вы свободны возносить свой голос Господу, и вы должны благодарить Бога во все времена, через что бы вы ни проходили, потому что Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы дать нам жизнь и жизнь в избытке. Меня зовут Билли. До встречи на следующей неделе. Благословений вам! Berkatnya melimpah.
tiba El Shaddai. Mari jemaat sendiri katakan berkatnya, berkatnya melimpah. Sekali lagi bersama-sama. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan bersama-sama. Boleh panggil namanya, katakan Jesus.